Всем здорово, ребят. Ну что, у нас обновился наконец-таки английский сервер. Поехали посмотрим, что у нас интересного есть, что добавили. Апдейт понятно. Так, хрусталочка. Барт, Мэри, Зефир. В общем, за один пак можно забрать. Не за один пак, а за один заход всех топовых героев. Такс. My Lord. Ну, эту локацию тут проходить, в принципе, нечего. Хорошим аккаунтом. Так. Что вы еще интересного добавили? Ну, это понятно. Мы уже фармили. HBM. Остров. Без изменений точно такой же остался. То есть надо будет ждать следующего острова, чтобы получить этого героя. Билдпаки. Ну, все то же самое осталось. Поехали рынок чекнем и пойдем выбивать с вами нашего нового любимого героя, который никакой. Так. Такой пак. Все было. Сейчас вот будет самое интересное. Вот новый питомец. $100 за вот это вот отдавать. Но единственное, что пыльца, возможно, ее надо будет больше. У нас 3,5, ее надо будет невозможно, наверняка намного больше. Но к тому времени мы что-то еще найдем. Я думаю, они к тому времени будут сумки продавать. Ну, такое. Чтобы что-то было такое прям мега вау. Надо ждать выходных. На выходные, когда будут скидки, тогда можно что-то забирать. Сейчас это вот все бессмысленно. Так, ну окей. Поехали. Нету у нас по 1500. К сожалению, это на русском мы так могли помажорить. Будем по 450. Орк. Так, Phantom King. Афинка. Мало-мало. Знаете, мне кажется, что не так просто будет собрать оккультист этого героя с этой локации. Чем дальше, я думаю, там будет намного все жестче. Ну, посмотрим, насколько они усиления там продумали. Еще я хочу потестировать. Сегодня у нас открылся вроде наконец-то лабиринт. Да, он у нас сегодня есть. Я хочу побегать сегодня, потестировать, посмотреть, как же все-таки они уменьшили еще там привязку силы. Я уже тестировал, показывал вам локацию с пришествием монстров. Там реально уже лучше падает. 60 попыток, по крайней мере. Не вообще до хрена. 60 попыток, и мы хоть выпили. Так, Бестимер, Друид. Орксбейн. Давай, рандомчик. Еще один Друид. Ронин. Что-то так себе падает. Точно так же, как, в принципе, на русском сервере. Бестимер. Да, печальный дроп, конечно, сегодня. Я думаю, завтра его добавят в коллекционера. Этого героя должны, по идее, коллекционера запустить. И на русском Landwalker. И на русском сервере, и на остальных уже давненько, точнее, как давненько, на этих есть, на русском уже давненько коллекционера не было. Должны, думаю, подрубить. Бугимен, Джамбир, неплохо. Хоть что-то начало падать, Медузка, Гримфилд, Тандергод. Да вы что, издеваетесь? Давайте уже. Я уже запарился тыкать по 450. Что нельзя было сделать по 1500? Асурик.
нормально лехта падала. Только не... все не то, что нам надо. Ронин, Лазуля, нифига себе, Седна. Да ладно. Медуза, Шаман, Рогатка, Атлант. Да давайте уже что-то. Ну, Купидон. Не хотят они нам нифига давать по 450. Надо переходить, ребятушки, на 150. Ну, сейчас за 150 нам выпадут имба-герои. Бочка. Трэш какой-то. Бигфут. Еще бочка, хранитель. Гринфилд. Ара. Эспирита. Блин, столько героев падает. Видите, один за одним. Прям имба за имбой. Трикси. Неужто мы сегодня распечатаем еще один лям? Паладин. Таким образом, с 9 мы скатились до 4. Голем. Малышник. Плант, Вориор, Рогатка. Нифига себе. Нифига себе. Валентина. Добрый. Добрый день, Валентина. Сноузила. О, тройка была. Я пропустил, что там за тройка была. Не, ну вряд ли там новый герой. Блин, конечно, жалко будет, если там новый герой был. Не, его там не было. Махатмушка сразу же падает. Дэд Дрейк. Да, таких героев мы пропустили. Видите, ну бывает. Гринфилд. Стимер. Гризли Риппер. Джамбир. Это просто жесть. Сколько всего падает. Сердцеедка. Купидон, оккультист. Ну блин, давайте уже. Фрея. Давкипер. Давкипер, давкипер. Асурик. Риантик. Фантом Кинг. Ну давай, бро, давай. Пампкин Дюк. Гринфилд, Дрейк, где-то я чувствую, он где-то скоро должен быть. Блин, плохо, что нету по 1500. По 1500 как-то веселее. 450 уже поднадоело порядком. Сердцеедка. Еще одна Фрея. Просто жесть. Рогатка. Пикси. Сердцеедка. Ну где ты? Дракос. Паладин. Сукупчик. Дракула Скук Найт. Знаете, если добавят ее в этот остров туда, то, блин, реально ее будет сложно словить. Единственный вариант, что только остров обновят и добавят ее в такие попытки. Тогда где-то в среднем 1005 надо будет, если останутся все эти награды, пыльцы на это все дело. Не менее. Риада, Шаман, ну! Это просто жесть. Медуза Санта Бум. Даже в райдоле не ходить, честно говоря. Гарпия. О!
есть Crystal Warrior. Как-то быстро он у нас проморгал, но мы его словили, ребятушки. А что у нас там было? 300 или сколько? Ну, короче, мы нормально потратились, как обычно. Как обычно, это топчик роллинг. Кучу легенд мы увидели. Единственное, космо хотелось бы еще выбить. А так, плюшечки. Награды забираем. Титулы качаем. Докуда можем. Так, давайте. Так, с этим мы разобрались. Давайте. Мне по титулу. Анки не хватает. Ну, видите, когда у тебя ресурсов побольше, ты можешь себе добавил то. Оно автоматом тебе качает, но мы сейчас дойдем до определенного момента, когда у нас нужны будут новые итемы. Как видите, сила из-за этого не растет. Так, где-то мы остановились. Вот, новые итемы надо здесь. На 20к. Такс, ну в принципе все, ждите обзорчика на максималочке, ставьте лайки, пишите комменты. Ну я думаю, этот видос выйдет уже после того, потому что я сегодня уже ролил вам показывал, закину его уже завтра. Точнее сегодня, обзор героя вы увидите вчера, в общем вот так вот. Ставьте лайки, пишите комменты еще раз, всем удачи, всем пока.